25 числа, я думаю, тот, кто выиграл, подрядчик, приступит к ремонту уличной дорожки сети города. Я напомню, нам в этом году департамент ЖКХ было выделено на этот вид ремонта 68 миллионов рублей. Аукцион прошел с небольшой экономией, то есть 1 миллион рублей сэкономили. Но я думаю, что и эту экономию тоже пустим на ремонт уличной дорожки сети города.